Мама, мама, можно я не буду кушать эту кашу? Даник, ну почему же? Очень вкусная, очень полезная рисовая каша. Кушай давай. Вон, посмотри, Макс уже все съел. Ага, всю-всю кашу съел. Теперь буду картошку фри и газировочку. Ого, а можно мне тоже картофель фри и газировочку? Вместо вот этого вот, а, мамочка? Ну давай, давай, что тебя, кормить что ли, как маленького? Ложечку за маму, ложечку за папу. Ой, Рекса забыла покормить. О, а откуда в миске у Рекса рисовая каша? А? Мам, я не знаю, это, наверное, Катя. То, что не доела, ему положила. Вот, а что, так можно что ли было? Мама, а у тебя сейчас есть какие-нибудь дела? Может, тебе в другую комнату надо? А вот и не надо, Даник. Давай-ка я посижу, попью чай и посмотрю, как ты съешь всю вкуснючую рисовую кашу. Это ж надо же, а? Я сейчас спрошу у Кати, чьих это рук дело? Ну, а мне, пожалуй, пора. Ммм, какая вкусная картошечка, со специями, прожаренная. А это что такое было? Зуб, зуб, зуб! Откололся, что ли? Кто готовил эту картошку? Она что, из бетона, что ли? Как заболел, заболел, заболел! Что делать-то, а? Если я сейчас маме расскажу, она меня сразу к стоматологу погонит. А я к стоматологу не пойду. Не-не-не-не-не-не-не, ни за что на свете. О, слушай, Алиса! Как вылечить зуб дома? Вот что нашла в сети. Использование зубной нити, ёршика или ирригатора. Профилактическое посещение стоматолога каждые полгода. Это позволит вылечить кариес. Понятно, спасибо. О, а чтобы зуб не лечить, его же можно просто вырвать и все. Он все равно, наверное, у меня молочный. Алиса, как вырвать зуб дома? Ответ из интернета. Для удаления зуба на дому пальцами осторожно расшатываем зуб. Можно аккуратно покрутить его. После того, как зуб стал держаться еще слабее и уже вот-вот готов выпасть, его можно вырвать одним уверенным резким движением. Давайте заодно расскажу, как вырвать коренной зуб в домашних условиях без боли. Давай! Ответ есть на zubast.ru. Читаю. Действовать нужно в такой последовательности. Перед процедурой тщательно почистите зубы и прополощите полость рта специальным медицинским раствором, содержащим спирт. Обязательно примите обезболивающее лекарство. Положите на зуб, который удаляете, стерильную марлю. Когда вы избавитесь от коренного зуба, приложите к ранке тампон. Хорошо прикусите. Фу, и какая гадость! Нет, Алиса, нет! Мне это не подходит! Ну я же помню, я еще маленький был. Я как-то Катю просил. А, точно! Мы веревочку на зуб одели, и она как дернула! И зуб у меня выпал, и к стоматологам так и не пошли. Кате-то можно рассказать? Надеюсь, она маме не расскажет. Вот Дианка опять же мою косметику себе перетаскала. Кать, Кать, слушай, вырви мне зуб, а? Очень надо. Чего? Это как то? Как я тебе вырву? Иди к стоматологу. Тут специалист нужен. Кать, да он молочный. Он уже раскололся на две части, когда картошку ел. Его немножко так, хоть и он вылетит. А ты уверен, что он молочный? А вдруг он уже постоянный? Откуда у тебя молочные зубы? Они же выпали уже все. Да не, я еще в интернете смотрю, до 12 лет даже могут быть еще молочные. Точно молочный, он у меня весь плохой уже. Ну вырви, ну помоги, ну сестра ты мне или кто, а? Ладно, ладно, трусиха, давай попробуем. Неси нитку и еще там, что надо. Давай, Макс, я привяжу тебе ниточку на зуб. Эх, Кать, давай только поаккуратнее как-нибудь, ладно? А то очень болит. Ну уж как получится, или иди по-человечески к стоматологу. Давай, открывай рот. Фу, Макс, ты сегодня зубы чистил? Нет, еще недавно проснулся. Ага, и 100 раз уже поел. Давай, наклоняйся, все, открывай широко. Так, ну что, готов, все, тащу. Давай. Все. Все, сейчас все будет хорошо. Кать, Кать, стой! А подожди, подожди, я еще не собрался, сейчас. Все, давай тяни. Давай, на раз. Макс, зуб-то выпал? Не знаю, по-моему, нет. Не-а. Так это зачем падаешь-то? Держись за что-нибудь тогда. Нужно резко дернуть, но чтоб ты на месте остался. Давай еще раз. Кать, Кать, подожди, а может есть какой-то другой способ? Другой способ? Это стоматолог. Давай, держись. Ой, я стараюсь, давай, Кать, давай. Ну? Держусь, давай. Макс, никак. Я же тебе говорила, это точно постоянный зуб. Молочный бы уже давно вылетел. А что вы тут делаете? А что вы тут кричите? Ой, а что это такое? Вы что, Макса зуб вырвать хотите? Да нет, Яночка, просто кто-то стоматолога боится. А зуб вырвать я ему не могу. Вот, смотри. Ну вот, еще и нитка слетела. Слушай, подожди, может есть еще какой-то способ? Ну я видела, можно к дверям привязать к ручке и захлопнуть. И тогда зуб должен выскочить.
Все, Макс, привязала, давайте попробуем. Все, Макс, здесь готово, ну что, хлопаю? Давай попробуем. Не, не хватает. Ах, вот вы все куда подевались, а я по дому бегаю. Что вы тут делаете? Ой, а что вы делаете такое? Макс, у тебя что, зуб заболел? А? Нет, мам, не заболел. Почему у тебя тогда веревка изо рта торчала? Мам, да это мой лайфхак тут один проверяли, он не сработал. Макс, все, хватит врать маме. Мам, да, у него откололся кусок зуба. Он нас заставляет его вырвать, а к стоматологу не хочет. Отведи его к врачу, а? Тем более, мне кажется, что зуб у него не молочный, а уже постоянный. Молочный? Да какой молочный? У тебя все молочные зубы давно выпали. Постоянный зуб разрушил. Макс, Макс, а если бы вырвали совсем? Вот и ходил бы потом здоровый вместо зуба. Пойдем скорее к стоматологу. Вдруг она еще сможет его спасти как-нибудь. Следующий кто? Заходите, пожалуйста, свободно. Макс, давай пошли. Мам, может там пропустим кого? Макс, давай заходи, все. Здравствуйте, извините, пожалуйста, он немножко боится. Да не боюсь я, у меня просто зуб прошел. Все, не болит больше. Так давай я просто посмотрю, в чем было дело. Вдруг нужна помощь, чтобы потом не заболело. Да не, наверное, все в порядке уже. Мам, может домой пойдем, а? Доктор, посмотрите его, пожалуйста, я в коридоре подожду. Можно я тоже в коридоре подожду, а? Мальчик, ну иди сюда, садись на креслице. Сейчас быстренько все зубки твои посмотрим. А, по-моему, мне недавно снился такой же кошмар. Доктор, может не будем смотреть, а? Ничего себе, у вас тут зубные щетки. Да правильно, я же стоматолог. Давай я подсажу тебя на креслице очень высоко. Ничего себе, там какие челюсти. Это интересно, чьи? Бывших клиентов? Не клиентов, а пациентов. Нет, это челюсти просто как пособие. Так, давай, я сейчас возьму зеркальце, где оно у меня? Посмотрю твои зубки. Скажи, а? Ну вот, очень глубокий кариес. Сейчас я положу тебе лекарство туда, сделаю временную пломбу. Через недельку придешь, поставлю постоянную. Так, сейчас я позову твою маму. Чего? Так это ж сверлить надо будет, наверное, да? А, только не это. Только не это. Как жаль, что не получилось вырвать зуб дома. А, ну хотя она же сказала, что это уже постоянный. И я бы остался без зуба тогда. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, поддержите меня, пожалуйста, а то страшновато. Подписывайтесь на наш канал Дремелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Так, ну что ж, с мамой мы договорились. Сейчас все быстренько сделаю. Открой пошире рот. Так, чай, кофе готовы. Сделаю еще тогда бутерброды с нутеллой. Какой аромат. Обалденно, обожаю эту пасту. Так, ой, нужно же сходить разбудить детей, а то сейчас все проспят. Катя, Дианочка, вы не спите? Молодцы. Идите кушайте, завтрак готов. Бутер с нутеллой. Пойду Макса разбужу. Это Соня, как всегда, спит. Макс, Макс, вставай, завтракать. Бутер с нутеллой, как ты любишь. Мам, я что-то так не выспался, можно мне еще немножко полежать? Голова деревянная просто. Первый раз такое, не могу ничего понять. Макс, давай, не рассказывай мне тут. Голова деревянная. Вставай, опять не хочешь в школу идти? Давай, поднимайся. О! Какая горячая голова, Макс, да у тебя температура. Сейчас же сбегаю за градусником. Срочно, сейчас померяю. Мне кажется, у тебя там 39 градусов. Да не, мам, все нормально, не волнуйся. Просто, наверное, поздно лег вчера. Да где поздно-то, я заходила в 9, ты уже спал без задних ног. Давай, поворачивайся, мне нужно измерить твою температуру. Держи 5 минут и сильно зажми. Прям сильно-сильно, что ли? Ну уж совсем сильно не надо, а то градусник лопнет. Давай, мери. Ну вот, смотри, еще и кашель появился. Накупался в пруду, накупался, а? Простудился. О, сколько там? 39,2? С ума сойти! Саша! Что? Что случилось, Даша? Что такое? А то, что приключения у бабушки в деревне не обошлись. Просто так. У Макса, посмотри, 39,2. Ого, вот это уже серьезно. Даша, я за нурофеном. Да, давай, я с Максом побуду тут. Макс, еще что-нибудь болит? Голова, горло? Да нет, мам, все нормально. Просто тяжесть какая-то в голове. И вот кашель появился. Ну, сейчас пройдет все, не волнуйтесь так. Да вот как не волноваться? Ты мог получить воспаление легких, а это не шуточки. Так, где там у нас больной? Нурофен готов. Держи, Даша.
Да, спасибо, Саша. Макс, рот открой. Скажи «а», а я тебе дам Нурофена. Мам, может, не надо? Надо, Макс, надо. Сейчас температура должна будет спасть. Так, что бы еще сделать? Мам, да все нормально, я полежу немного, ладно? А где у меня была горчица? Горчица, срочно, девочки, не видели горчицу? Нет, мам, не видели, а что случилось? Да Макс, по-моему, заболел, температура высокая. Кашель, накупался в ледяной воде. Так где же эта горчица-то? Нужно срочно сделать тазик, ноги погреть. Девочки, вы кушайте и идите в школу. Макс сегодня не пойдет. Мам, а можно я намажу себе еще один бутерброд? Да-да, Дианка, конечно, горчицу нашла. Пойду делать. А горчица, горячая вода и все тщательно размешать. Вот, готово. Если температура спала, можно начинать. Так, и полотенышко еще намочу холодной водой, чтобы на голову положить. Макс, я пришла тебя лечить. Тихонечко поднимайся и садись на стульчик, ножки вот в этот тазик. А еще полотенышко тебе на голову положу. А, ой, я что, уснул? Мама, что за тазик? Зачем мне тазик-то? Кстати, у меня вроде все прошло. Пхи! Фу, почти. Просто аллергия, наверное, на что-то. Можно я не буду туда ноги свои ложить? А? Как-то она мне не нравится, эта субстанция. А что это такое? Макс, да горчица, это горчица, греть ноги. Давай, садись. Мам, а это точно обязательно? Да, да, давай уже, давай. Фу, гадость какая. Ай, еще и горячая, мама. Так, а ну не мамкай меня, а то я сейчас врача вызову, сразу уколов наставит. Давай свою голову, холодным полотенцем укрою. Доктора с уколами? Не надо уколов, мам, мотай свое полотенце. Вот и я о чем. Все, сиди так 20 минут. Попозже приду, проверю. О, Макс, Макс, а давай в карты поиграем. Макс, а что ты такое делаешь? Фу, а что это за гадость? Ой, как пахнет. А что у тебя на голове? Ты что, стукнулся, что ли, Макс? Да нет, Даник, это меня мама так лечит. Здесь горчица в тазике, а на голове холодное полотенце. Я, видно, когда в пруд-то упал, все-таки простыл. Вот, насморк, кашель. А, выздоравливай давай. О, Даник, а ты почему не в садике? Саша, ты что, Даника забыл в садик отвезти? Ой, слушай, Даша, да с Максом пока тут бегали с Нурофенами, я что-то и забыл, что моя сегодня очередь. Даник, а ты-то что молчишь? Пошли давай в садик. Ну вот, а я думал, мне никто ничего не говорит, значит, сегодня выходной. А можно я возьму карты в детский садик, мы там поиграем? Ага, сейчас. Ты хочешь, чтобы нас заведующие вызвали? Нет-нет-нет, карты дома оставляй. Ну ладно, Макс, поиграем вечером тогда, как раз ты вылезешь из этой грязи. Хорошо, Даник. Кстати, мам, насчет грязи, может уже это, пора? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, время закончилось, вылезай, сейчас банки тебе буду ставить. Какие банки? Куда банки ставить, мама? Я тебя уже боюсь, может не надо, я сам вылечусь. Ага, сам он вылечится. Ой, с Даником-то и забыла, я ж тебе таблетку принесла. Давай, ешь. Мам, может не надо, эта капсула больше меня. Фу, я не хочу ее есть. Можно не буду? Можно еще Нурофена лучше? Макс, умный какой. Нурофен – это от температуры. А это таблетка от кашля. Ешь давай. А я пока банки принесу. Ребята, кто знает, что такое банки? И куда, и как их надо делать? Пшки! Спасибо. Зачем я заболела? Сейчас мама меня так залечит, что я не знаю, что и делать. Что за банки-то? Макс, Макс, ты где? Макс, у меня все готово. Баночки я принесла. Свечку тоже. Ты спишь, что ли, опять? Давай, вылезай, процедуры. Мам, а свечку-то зачем, а? Банки нужно сначала нагреть, убрать из них воздух. Тогда они присосутся лучше к коже. Давай, поворачивайся на живот и спину открывай. Чего присосутся? Куда присосутся? Зачем присосутся? Мама, может, лучше вызовем врача? Мама знает, что делать. Давай, поворачивайся. Так, баночку нагреваем. Нагреваем на палочке, чтобы не обжечься. Круто, а потом эту горячую баночку мне на спину, что ли? Мама, я так не играю. Не бойся ты, она не горячая. Вот так, теперь еще одно. Вот так, сейчас ты у меня быстро поправишься. Быстро выздоровеешь, лежи так. А я пойду картошки отварю. Будешь дышать у меня под одеялом. Ну типа ингалятор. Ингалятора у нас нет, мы раньше таким пользовались. Чего? Какая картошка, мама? Под каким одеялом? Как картошкой-то можно дышать, мама? Мама, мне уже лучше. Я уже выздоровел. Мама, сними с меня эти банки. Лучше не болеет, ребята. Доктор, я уже вызвала. Придет с минуты на минуту. Так, откройте рот, скажите «а». Сейчас, сейчас. Горлышко красное, да. Ой-ой-ой-ой, ну что там, доктор?
ничего серьезного, не волнуйтесь. Просто простыл. Как вы говорите, еще и в ледяную воду упал. Ну вот, переохлаждение. От этого каши температура. Пока ничего серьезного. Хрипа в бронхах нет. Горлышко красное. Сейчас я выпишу вам лекарство, а через недельку приходите ко мне на прием. Если будет улучшение, если будет хуже, тогда вызывайте на дом. Назначу уколы или, возможно, переведем в больницу. Не-не, доктор, лучше будет, лучше. Мам, что ты там говорила про картошку? Неси давай. Не хочу я в больницу, не хочу я уколы. Вот, сразу бы так. Мама знает, как лечить. Мама тебя обязательно вылечит. Вот, картошечка готова. Садись, накрывайся одеялком. Будем дышать. Ого, какой там идет пар. А это не опасно, мам? Опять начинаешь во мне сомневаться? Садись быстрее, пока не остыло. Да не-не, ладно, мам. Я все понял. Дышать так дышать. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, поддержите меня. Я хочу быстрее выздороветь. Подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Не забывайте подписываться на нас на Яндекс.Дзен и на Рутюб. Наши каналы там называются также Дренелка. Спасибо, что с нами, друзья. Так, чем бы сегодня порадовать свою веселую семейку? Чтобы приготовить. Ой, а что это за звук из холодильника? Не хватало еще, чтоб сломался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, ай, это что такое? А, это кто, мышь? О, мам, спасибо, моего хомячка нашла. А где он был? Я его сегодня утром потерял. Иди, маленький, погуляй. Фу, хомячок. Макс, ну зачем так пугать? Я, значит, в холодильник за продуктами, а оттуда этот как выскочит. А еще этот звук, вообще думал, что холодильник сломался. Мам, да я с утра хотел что-нибудь перекусить. В холодильник заглянул, а там нет ничего. Видимо, хомячка тогда там и забыл. Да, что-то пустовато. Ладно, Макс, пойдем сходим тогда в магазин. Мам, а что я-то попроси Катю? Я уже ходил. Девочки, ой, вы играете? Ну, а про Даника и спрашивать не буду. Макс, он мне что ли поможет пакеты нести? Ты сам сказал, что в холодильнике пусто. Девочки заняты. Мне нужна мужская сила. Ой, мам, что-то спина болит. В руку отдает, так тянет прям. Мама, не верь ему, он пьет. Макс, это же серьезно. Нужно вызвать тогда врача. Срочно, скорую помощь. Ладно, ладно, мам, пойдем в магазин. Я пошутил, да и вроде все прошло. Не смотри так на мою башню. Не ломать, я замок строю. Так, сумка, кошелек. Макс, я готова. Ты тоже готов, пойдем тогда. Макс, возьми тележку побольше и пойдем за мной. Так, если побольше, значит вот это. О, сыр, яйца нужно взять. Едь аккуратно, Макс, чтобы не разбились. Хорошо, положу на полочку сюда. Сыр. Сок. Хлопья. Шоколадную пасту. Мам, а можно чипсы? Нет, нельзя. Мам, а можно Xbox тогда? Вот, с Леди Баг. Нет, Макс, мы пришли за продуктами, а не за твоими сладостями и всякой ерундой. Потом по дому это все месяц валяться будет. Давай, поехали дальше. Так, еще муки нужно пакет взять. Молока. О, мама, а давай возьмем M&M's. Посмотри, какая гигантская пачка. Нам на всех хватит, а, мам? Ну, пожалуйста, ну M&M's. Ты чего не знаю, Макс, я уже на кассе. Мам, ну M&M's, ну пожалуйста. Все, пробиваюсь уже. Мам, да не ври, ты еще не доехала даже. Мам, ну давай возьмем. Ай. Ну вот. Я сказала, не надо. Ай, ой, ай, что это такое? Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-оу. Купил, скидлс называется. Мам, ну как так-то? Вставай, ты ушиблась. Девушка, с вами все в порядке? Ай, по-моему, нет, нога. Макс, ну я же тебе сказала, никакого M&M's. Да, мам, я за тобой бежала, думала, что ты согласишься. А, и упаковка взяла, открылась, и он высыпался. Ну вот, поздравляю, теперь нам придется его купить, только уже не для всей веселой семейки, а чтобы ущерб магазину заплатить. Ай, так, попытаться встать нужно как-то. Ай, аккуратно. Ай, нет, на вторую ногу не могу подняться. Ой, какая страшная боль. Мам, ты что, ногу что ли сломала? Какая, вот эта? Ай, Макс, что ты делаешь? Я просто посмотрел.
скорую помощь вызвать? Пожалуй, придется. О, боже мой, какой ужас! Сейчас я вызову скорую и здесь все приберу. Ай-яй-яй, какая оплошность! Да, спасибо. Я вам сейчас за все заплачу. Макс, достань, пожалуйста, кошелек у меня из сумки. Мама, а тебе не лучше? Может, еще раз попробуешь подняться? Может, это был просто ушиб? Похоже, что нет, Макс. Нога еще сильнее пухла и болит. Блин, да где же эта скорая-то, а? Срочно, срочно. Так, где у нас тут больной? Ай, ну только все прибрала. О какой уборке может идти речь, когда у нас перелом, возможно? Так, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, продавец. Мы все приберем. Сейчас меня осмотрят. Может, ничего серьезного-то и нет. Так, смещение костей. Так, закрытый перелом, похоже. Доктор, нужна ваша помощь. Да, я здесь, конечно. Давайте поместим больную на кушетку. И в карету скорой помощи. Ай, ой, как больно. Что ж, все, поехали, поехали. Тетя, подождите, у меня мама, я с тобой. Ну все, поехали, поехали. Ну что же я наделал-то, а? Так, ну что ж, вот здесь хорошо видно. Перелом кости. Сложный перелом с раздроблением. Придется в гипсе месяца два провести. Перелом все-таки. Ну блин, мам, прости, пожалуйста, прости, я не хотел. Макс, ты ни в чем не виноват. Это все случайность, совпадение. Даш, вот это случайность. Два месяца в гипсе теперь топать. Мам, а как ты будешь ходить? Ничего, ничего. Мальчик, не твоя мама первая, не твоя последняя. Есть специальная коляска, а еще предоставим костыли, чтобы можно было передвигаться. Гипс я наложила, возьмите, пожалуйста, лишнюю обувь. А нам в ближайшие два месяца не пригодится. Спасибо, доктор. Макс, возьми, пожалуйста. Да, хорошо, мам. Ну все, не смею вас больше задерживать. Ой, ну что, придется как-то обучаться ездить на этой коляске. Поехали, Макс, помогай маме. Да, конечно, мам, погнали. Что, ребята, вот такая история. Купил, M&M's называется. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дариналка ТВ. Ставьте лайки, чтобы поддержать маму. И не забывайте про наш канал на Яндекс.Дзен и Рутьюб. Спасибо, что с нами, ребят. Мам, отдашь дома покататься, а? Макс! Ну ладно, ладно.